Рад приветствовать вас на нашем очередном занятии по межкультурной коммуникации. На прошлом занятии мы начали обсуждать вопросы, написанные на доске позади меня. Напомню, это были причины конфликтов, то есть то, что их вызывает, что подпитывает, какие обстоятельства, какие ситуации способны спровоцировать конфликт с высокой степенью вероятности. Вот этому и была посвящена наша предыдущая лекция. Говорили мы и о том, почему так сложно находиться в конфликтной ситуации, почему так сложно реагировать на нее. Большинство людей конфликты изматывают психологически. Мы чувствуем себя обессилевшими, изнеможденными и всячески стремимся избегать конфликтов или уйти от их разрешения. Однако по мере своего углубления подобного рода разлады влекут за собой серьезные последствия. Отчуждение, разорванные отношения, потеря друзей, утрата доверия. Нередко конфликты, связанные с ними стресс, становятся причиной физиологических расстройств. Из-за постоянного напряжения возникают головные боли, анорексия, расстройство пищеварения и в целом очень серьезные проблемы, то есть самые негативные последствия. Сегодня мы рассмотрим все это подробнее. Для начала несколько общих установок, а затем мы поговорим о западном подходе к разрешению конфликтов, который, надо сказать, заметно отличается от того, как конфликтные ситуации воспринимают и решают в странах с восточным типом культуры. Кстати, замечу, что попытки разрешить конфликт привычным нам способом в контексте иной культуры могут не просто не принести желаемых результатов, но и серьезно усугубить ситуацию. Вот почему сегодня мы попытаемся выделить особенности как западного, так и восточного менталитетов и произвести анализ на этой основе, придя, вероятно, к выводу о том, что, скажем, для этих людей в этой культурной среде продуктивными будут эти меры, а для других людей в другой культурной среде разумнее повести себя иначе, учитывая особенности их менталитета. А именно культурные ценности, а также культуросообразные способы и подходы к решению проблем. Надеюсь, в итоге мы все станем немного мудрее и научимся грамотнее подходить к разрешению сложных ситуаций. Более того, хочется думать, что и самих этих ситуаций у нас, как у людей, уже подкованных в данном вопросе, будет меньше. Мы сможем не допускать их и пресекать на корню, не дав разгореться. Такова наша цель на сегодняшнем и двух последующих занятиях. В завершении же исследования мы обратимся к ветхозаветной книге «Иисус Навин» и посмотрим, как Иисус Навин вел себя в ситуации конфликта между 9,5 коленами и 2,5 коленами, то есть, по сути, между двумя народами. Как знать, возможно, когда-то вам доведется консультировать первое лицо страны, и тогда вы сможете предложить мудрый способ урегулирования разногласий. Посмотрим. Для начала хочу поделиться с вами своими многолетними наблюдениями. Я принимал участие в конференциях по мирному урегулированию конфликтов в Либерии, в Хорватии, Южной Африке, Зимбабве, США, а также занимался этими вопросами в Руанде и многих других странах мира. Довольно часто я оказывал помощь в разрешении конфликтов между отдельными людьми, например, белыми и темнокожими. Так, в одной организации работали исполнительные директора из Индии и США, конфликт между которыми перерос в буквально взаимную ненависть. Каждый из них был готов уволиться из компании, отказавшись от всяческих карьерных перспектив. Надо сказать, что, занимаясь этим делом, я получил хороший опыт и сделал ряд ценных наблюдений, которыми я с вами в ходе урока охотно поделюсь. Итак, прошу вашего внимания на экран. Конфликт. Наблюдения и гипотезы. Во-первых, подавляющее большинство людей не злонамеренны.
Признайтесь, как только мы чувствуем, что между нами и кем-то еще зарождается конфликт, мы тут же обвиняем другую сторону в злых намерениях. Мы приписываем этому человеку злой умысел, считая, что он готов напасть на нас. Но это далеко не так. Поэтому с самого начала важно понимать, что никто не провоцировал конфликт сознательно. Никто не пытается вас ущемить или как-то обидеть. Большинство конфликтов возникает в результате непонимания. Вчера это кто-то, кажется, отметил. Итак, первое, в большинстве своем люди не злонамеренны. Более того, они предпочитают избегать конфликтов. Конфликты неприятны им не меньше, чем вам. Любой человек предпочитает жить в мире с окружающими. Далее, третий пункт, он очень важен. В основной своей массе люди не обладают навыками конструктивного разрешения конфликтов. Иначе говоря, мы просто не знаем, что делать. Естественная реакция человека на конфликт — защита. Окей, вы на меня нападаете. Или, во всяком случае, мне так кажется. На деле все может быть иначе, но на данный момент у меня такое ощущение. А когда человек не понимает действий другого человека, помните, что он склонен делать? Мы об этом уже говорили. Он склонен приписывать ему злые намерения, обвинять его, видеть в нем причину своих неприятных ощущений. Уверены ли вы, что этот человек хочет вам насолить? Нет. Уверены ли вы, что у него действительно злые намерения? Нет. Но вы это предполагаете. И, соответственно, включаете защитные механизмы. Вы будете защищаться, то есть наносить ответные удары, обостряя и углубляя конфликт. Итак, большинство из нас не обладает навыками конструктивного разрешения конфликтов. Четвертое. Многие из нас, я бы сказал, подавляющее большинство, в прошлом попадали в конфликтные ситуации с родными, одноклассниками или соседями. Сегодня в Америке дети в школах особенно часто задирают друг друга. Старшие школьники придираются к младшим или тем, кто послабее, и последние от этого страдают. Помимо этого, обнаруживается, что, находясь под давлением более сильных и старших, младшие и более слабые со временем ожесточаются и впоследствии совершают ужасные поступки. Возможно, вы что-то слышали о Колумбайн. Это школа, в которой двое учеников убили, кажется, 27 человек. Так вот, оказалось, что стрелявшие в свое время были жертвами для нападок и придирок. В них накапливались злость и негодование, и в конце концов они посчитались с обидчиками. О гневе мы еще поговорим отдельно, поскольку, по данным исследований, именно гнев в 80% случаев служит причиной агрессивного асоциального поведения. Вдумайтесь, 80% антиобщественного поведения вызвано накопившимся в человеке гневом. Поэтому данный момент заслуживает отдельного внимания. Статистические данные также говорят о том, что по меньшей мере половина разводов являются следствием хронического гнева. И это мы тоже обсудим, так как это важно знать. Итак, у большинства из нас имеется печальный опыт участия в конфликтах, будь то семейные конфликты, конфликты между соседями и так далее. Ничего, кроме разочарования и боли, эти ситуации не приносят. Пятое наблюдение. Подавляющее большинство людей оказывались инициаторами конфликта, но не намеренно. То есть своими словами и поступками мы вполне способны спровоцировать конфликт, но происходит это помимо нашего желания, в результате непонимания, недостаточно ясного выражения мысли или просто неразумного поведения. Но разжигать конфликт мы не намеревались. Если бы мы помнили об этих принципах, то вполне возможно не нападали бы на другую сторону с обвинениями. Мы могли бы сказать так: «То, что вы сделали, мне не вполне понятно. Ощущение такое, что вы просто хотели обидеть меня. Может быть, вы поясните, что значат ваши слова?» И на этом конфликт, еще не разгоревшись, был бы исчерпан. Ведь в большинстве случаев собеседник скажет: «Простите, я совсем не это имел в виду». «Ага», скажете вы, «теперь все ясно, все понятно и никаких обид». Шестое наблюдение заключается в следующем. Как правило, люди приходят к осознанию того, что конфликт вызван скорее
культурными и личностными различиями, чем нарушением абсолютных богословских или нравственных ценностей. В своем понимании конфликта я отталкиваюсь от того, что на 90-95% он вызван разного рода различиями, а не однозначным нарушением общепринятых норм и правил. Разумеется, если вам нанесли ущерб, физический или моральный, это безусловный повод для выяснения отношений. В данном случае это вполне понятно и оправдано. Однако чаще всего к конфликту приводят малозначительные, невинные вещи. Так, за время работы, 4 утомительных дня работы с руководителями филиалов компании из Индии и США, мне примерно через пару дней удалось показать им, что большая часть расхождений в понимании были вызваны культурными факторами, а не отступлением от универсально принятых принципов. В ходе общения эти люди задавали друг другу такие вопросы: «Когда я поступил так, как вы это расценили?» «Я решил, что вы пытаетесь меня контролировать». «Нет, ну что вы, это совсем не так. Я сделал это, выполняя требования, которые наше государство предъявляет к таким организациям, как наша». «Так вы сделали это, потому что так было надо?» «Конечно, это необходимое требование». «Так вот оно, что оказывается». Вот так и проясняются обстоятельства некогда неприятной ситуации. А потом другой говорит: «Но когда вы поступили так и так, я подумал, что таким образом вы пытаетесь контролировать меня». «Да ни в коем случае, даже и в мыслях такого не было. Просто так принято в нашей культуре. Если бы вы жили у нас, то сразу бы все поняли». «Ничего личного». «Ага, теперь все понятно. Простите, я ваш поступок неправильно истолковал. Исключительно по незнанию». Сколько коммуникативных неудач вызвано подобными различиями? Бывают разногласия и на почве богословия. Допустим, кто-то говорит: «Я не верю в телесное воскресение Иисуса Христа». Или: «Я не верю, что Христа распяли», или: «Я не считаю, что Он Бог». Такие вопросы обсуждать надо. Махать на них рукой, не придавать им значения, нельзя. Что же составляет ядро, сердцевину нашей ценностной системы? Что в конечном итоге делает человека человеком? Что значит жить в мире, в котором есть как абсолюты, так и значительное разнообразие? Это значит уметь понять, что хорошо, что плохо, а что альтернативно. Проблема в том, что конфликты возникают именно из-за альтернативного. Хочу привести вам пример из личного опыта. Нашим сыновьям сейчас чуть больше 40. Они женаты, вполне счастливы, у них уже свои дети, у каждого двое. Оба христиане, и, насколько нам известно, каждый вместе со своей замечательной супругой и прекрасной матерью старается быть своим детям хорошим отцом. Так вот, в воспитании сыновей нам с женой предстояло решить, на каких твердых принципах должны формироваться наши дети, что они должны воспринимать как аксиомы, не подлежащие сомнению, что должно лечь в самую основу их личностного развития. Первое, к чему мы пришли, это значимость веры в Бога. Вся наша жизнь должна быть сосредоточена вокруг Него. Почитайте Бога во всех делах своих. Это первое, что мы хотели вложить в своих детей. Второе. Помните, что все люди равноценны и равнодостойны. Посему относитесь к ним с должным уважением. Не посягайте на их жизнь и благополучие. Будучи за рулем, помните о ценности человеческой жизни и будьте бдительны и осторожны. Не так давно ученые локализовали отдел мозга, отвечающий за оценку рисков. Причем было установлено, что у девочек он развивается быстрее, чем у мальчиков. Именно этот отдел мозга. У мальчиков он формируется примерно к 18-19 годам. Полностью. Тогда как у девочек примерно к 15-16 годам. Вот почему девочки способны оценить риск гораздо быстрее. Что же касается наших мальчиков, то не знаю, какими уж темпами происходило их развитие, но даже в 18-19 они частенько лихачили за рулем.
Поэтому я не уставал повторять, что если они по своей беспечности кого-то собьют, лишат жизни, то это будет на их совести до конца дней. А если разобьются сами, то до конца дней о них будем скорбеть мы. Итак, второй принцип — цени жизнь и людей. Третье, чему мы учили своих сыновей — соблюдать закон, уважать законы своего государства. Особенно в отношении наркотиков, алкоголя, табакокурения и тому подобных вещей. Воздерживайтесь от них, ибо это способно погубить кого угодно, в том числе и вас, и ваши семьи, и ваше будущее. Итак, наркотикам нет, закону да. Дальше. Воздерживайтесь от половых отношений до брака. Бог предусмотрел для нас плотское наслаждение, однако заповедал предаваться ему только в браке. Посему найдите ту, которая станет вам женой, лучшим другом, ту, с которой вы будете неразлучны до конца дней, и тогда свободно и разнообразно выражайте друг другу свою любовь. Это и, наверное, что-то еще. Итак, что непреложно, непререкаемо, неоспоримо? Об этой категории в своей системе ценностей вы должны постоянно помнить и в соответствии с ней воспитывать своих детей. Другие же моменты могут допускать альтернативы. Таким образом, с одной стороны, допустимые различия, с другой — абсолюты, первооснова. Седьмое. Для большинства людей конфликты изнурительны, как физически, так и эмоционально. Они отнимают силы и создают невероятный психологический дискомфорт. Восьмое. На первый взгляд верится в это с трудом, однако на самом деле это так. Большинство людей стремится к миру и гармонии в отношениях. Девятое. Мы стремимся понимать и быть понятыми. А для этого требуется коммуникация, общение, диалог, открытый и искренний разговор. Причем говорить следует добродушно и мягко, с откровенным желанием уладить разногласия. Мне кажется, что вы меня не совсем понимаете, или мне кажется, я не совсем понимаю, что происходит. Не могли бы вы пояснить? Поверьте, редко кто откажет вам в этой просьбе. Итак, люди стремятся понимать и быть понятыми. Десятое. Большинство людей нацелено на конструктивное восстановление единства и солидарности. Это в нас заложено. Наш Бог — Бог мира, который послал Сына Своего, чья крестная смерть открыла нам возможность примириться с Богом. И эта возможность, возможность вечного мира с Отцом, благодаря жертве Сына, величайший дар Бога человечеству. Мир царил в Эдеме, отражая саму сущность нашего Творца. Однако грех нарушил этот совершенный мир. В нем появилось место для вражды, и уже вскоре было совершено первое убийство. 11. Зачастую конфликт является следствием накопившегося неразрешенного гнева. Если мы часто вступаем в конфликт, разумно спросить себя, не результат ли это гнева, который не нашел выхода? Давайте вернемся к теме семьи и брака. Один известный психолог, по-моему, он еще и психотерапевт, Ричард Фитцгиббонс, заявил, что, по данным исследований, 50% всех разводов являются результатом неразрешенного гнева. Однако при более тщательном анализе эта цифра может вполне вырасти до 70%. Таким образом, не нашедший выхода гнев служит причиной развода практически в 70% случаев. Возникает вопрос: гнев по отношению к кому? По логике, должно быть к супругу. Это он меня злит и раздражает. Это он поступает не так и говорит не то. Но нет, это предположение неверно.
Гнев, который здесь имеется в виду, это гнев по отношению к одному или обоим родителям, или любому другому авторитетному родственнику. Как правило, в том случае, если ребенка воспитывала тетя, дядя или бабушка. Повторю, неразрешенный гнев по отношению к одному или обоим родителям, или же другому авторитетному родственнику. Он накапливается, но человек его, как правило, подавляет. И вот появляется кто-то, например, супруг, кто служит лишь триггером для выплеска накопившегося гнева. Еще раз обращаю ваше внимание, он не причина, он триггер. Глубокий, давний, неразрешенный гнев наносит серьезнейший ущерб любым отношениям, в том числе и самым важным и ценным, супружеским. Фитцгиббенс также утверждает, что существует единственный путь преодоления гнева. Это прощение. Когда он произнес это на одной из конференций, я подумал, ну, не знаю. Но фраза Фитцгиббенса застряла у меня в голове и прокручивалась там, подобно пленке. Чем больше я над ней размышлял, тем больше с ней соглашался. Единственный способ преодолеть гнев — простить обидчика, кем бы он ни был — матерью, отцом, дядей, тетей или каким-то другим родственником, или просто близким человеком. Мне кажется, если задуматься крепко, глубоко, серьезно, то в жизни каждого из нас есть человек, на которого мы злимся, против которого имеем зуб, которому испытываем неприязнь по самым разным причинам. Возможно, он бросил нас, пренебрегал нами, не заботился о нас должным образом. Внутри кипит негодование, готовое в любой момент излиться на супруга, детей, а иногда друзей и коллег. О прощении мы поговорим позже, ибо его важность трудно переоценить. Не везде и не всем сказать «прости, мне жаль, я раскаиваюсь» легко и просто. Но Писание нас к этому призывает. Бог говорит: «Придите ко мне все раскаивающиеся в своих грехах, и я дарую вам прощение». Это и есть искреннее сожаление. Причем гнев Божий, готовый излиться на всякое нечестие, теперь сменяется благодатью, любовью, благостью для всех, кто говорит: «Прости, Господи, удали от меня грех мой, я хочу быть Твоим чадом. Я ищу Твоей любви, заботы, внимания». Таким образом, само понятие прощения имеет небесное происхождение и явлено нам через Христа, жертва которого отвращает от уверовавших в Него гнев Божий и открывает путь к прощению. Напомню, мы говорим о гневе и прощении как единственном способе его преодоления. Прощение, разумеется, заслуживает отдельного внимания, поскольку представляет собой довольно сложный процесс, к которому мы непременно еще вернемся. И последнее. Некоторым людям крайне важно показать, что они правы во всем, ну или почти во всем, а другие заблуждаются. Подобное отношение порождает конфликт. Таких людей я знавал, а иногда и сам таким бываю. Непременно хочу доказать, что я права, а остальные неправы. Причем, чем выраженнее это стремление, тем реальнее вероятность конфликта. Особенно, если правота всегда должна быть на твоей стороне. На это, скорее всего, скажут: «Нет, ты тоже можешь ошибаться. Лично я тебя не поддерживаю». И тогда возникает искушение продолжить отстаивать свою позицию с удвоенной силой. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС — это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com. В
Ну а теперь у меня вопрос. Что вы думаете по поводу озвученных наблюдений и гипотез? Можно ли сказать, что какие-то из них требуют особого внимания? Какие-то особенно акцентированы в русской культуре или уже в вашем городе или даже церкви? Поделитесь своими размышлениями. Помогите мне сформировать более четкое представление. Эти наблюдения являются результатом практической работы по разрешению конфликтов. Не во всех странах, где мне довелось бывать, но, пожалуй, в 8-10 странах точно. А теперь мне интересно ваше мнение. Все ли названные пункты актуальны для вашей культуры? Или, может быть, есть что-то, чего я не учел? Возможно, кое-что из этого к вашей культуре неприменимо. Виталий. То, что мы услышали, вероятно, наиболее значимо и справедливо в отношении всех культур. Я имею в виду причины возникновения конфликтов. Однако, чем больше я вас слушаю, тем больше утверждаюсь в высказанной ранее мысли о том, что причиной большинства конфликтов служат в первую очередь различия. Не умаляя значимости других гипотез, я все же склонен думать, что конфликтуем мы большей частью именно из-за различий, из-за неспособности осознать, что все люди своеобразны. Даже в том, что у кого-то внутри накопился гнев, а кто-то постоянно жаждет доказывать другим свою правоту. И в этом их неповторимость, непохожесть на других. Научиться бы нам понимать друг друга, осознавать, что у каждого из нас есть свои проблемы и особенности, тогда и конфликтов, наверное, было бы гораздо меньше. Так что я думаю, что здесь скорее просто человеческие причины, не столько культурные различия. Да, такой диапазон различий дает широкие возможности, представляет собой широкое поле для творчества в плане понимания специфических черт и особенностей и принятия их в ходе межкультурного общения. Иначе говоря, горячо отстаивать единственный подход или мнение нужды нет. Возникает она тогда, когда мы вторгаемся в область черно-белого, то есть однозначно допустимого или нет. Только это дает повод категорически не соглашаться с тем, что заслуживает порицания. Наш сын работает в Голливуде, в Америке мы называем это индустрией, поэтому фраза «я тружусь в индустрии» понятна любому американцу. Все происходящее здесь было бы ему очень интересно. Процесс видеосъемки, работа операторов, звукорежиссеров, редакторов. Кстати, по специальности он главный редактор телепередач и фильмов, то есть в целом работает с видеоматериалом. Итак, наш младший сын Марк отправился покорять Голливуд, воплощать в жизнь свою мечту стать звездой, чего в итоге так и не произошло. Он не стал тогда скрывать от своих друзей и знакомых тот факт, что он девственник. Марк твердо решил, что половые отношения будут у него только в браке. Как это стало достоянием отдельных людей, сказать сложно, но однажды Марк пришел на вечеринку, помещение было примерно такого же размера, как и эта аудитория, и когда он вошел, кто-то выкрикнул: «Смотрите, Марк пришел!» А потом другой голос: «А знаете, в зале было человек 20-30, он у нас девственник!» Все онемели от изумления: «Неужто правда?» Некогда Марк решил, что для него это будет так. Других он не судил. Пусть они поступают иначе. Я же буду делать то, что считаю правильным. А правильным он считал только супружеский секс. И его знакомые это знали. Теперь же это стало новостью дня. Собравшиеся только об этом и говорили, что, собственно, обычно для Голливуда, где принято обсуждать буквально все. Итак, приехав туда, Марк решил сразу расставить все точки над «и» с тем, чтобы пресечь ненужные ожидания. Его отношение к сексу было одним из признаний. «Послушайте, это я, это мое убеждение. Вы можете со мной не соглашаться, и это ваше право, которое я ни в коем случае не оспариваю, но то, что касается меня, прошу принять как данность». Марк сказал это по-доброму, мягко, уважительно, и люди, ставшие его друзьями, отнеслись к этому с пониманием. Когда же Марк женился, на свадебной церемонии, я уже не помню, в каком контексте это прозвучало и каков был основной замысел,
А, на свадьбу приехало много неверующих друзей Марка. Поэтому сочли уместным просто и кратко рассказать о том, как Бог послал на землю своего Сына, Иисуса Христа, который был распят за наши грехи. И теперь всякий, кто верует в Него и раскаивается в своих грехах, становится чадом Божиим и обретает спасение. Вот так. Предельно кратко и доступно. Самая суть Евангелия, которую услышали все присутствующие на церемонии. Таким образом, Марк не просто заявил о себе и о своем отношении к Богу, как бы противопоставляя себя неверующим, а пригласил тех, кто еще не принял Христа, тоже сделать шаг веры. Мы с женой были счастливы и горды, в лучшем смысле этого слова, своим сыном. Что сказать? Мы молимся друг о друге, о наших мальчиках, о вас, братьях и сестрах во Христе, дабы всем нам, твердо опираясь на собственные незыблемые принципы, уметь проявлять благодать. Тема следующего урока — способы разрешения конфликтов в западной культуре.